Вот оттуда снизу мы поднялись. По тем дорогам ехали. Так, ехали, ехали. Вот она как вьется. Вот это гребень. Панорамка небольшая. Метель разыгрывается. Привет, Танюшка. Вот опять я залез на сопку. Привет. Видишь? Вот панорамка какая. Плохо метель, плохо видно. Вот полдня побуду здесь и назад пойду. Ну вот, еще забрались на сопочку одну. Вот наша машина, которая нас подвезла. А Сережка Путин поехал. Повез Игорька дальше работать. Решил развести небольшой костер. А то метель разыгрывается. Вот это мой маленький костер. Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Thank you.
Ну что, поползли? Звонили, надо отключать прибор, идти и спускаться вниз. Вон туда. Пошли отключать прибор. Вот он, наш прибор стоит. Все, работа на вершине закончена. Вот так и ползаем по лесу. На гребне вершины сумочек. Петель разыгрывается.